Пищеблок в 65-й школе областного центра восстановлен. В этом в среду лично убедился глава города. В прошлом году здесь из-за выброса пара в результате разгерметизации бойлера обрушилась часть потолка, были повреждены окна и стены. Сейчас все ремонтно-восстановительные работы завершены. Перекрытие и отдельные участки стен усилены, оконные и дверные блоки поменяли. На всех электрических приборах сделали новые автоматы, построили новый щитовой щиток электрический, где, значит, нас проинструктировали, как выключаются все автоматы. Вот. Потом, значит, сделана пожарная сигнализация. На восстановление пищеблока ушло более 3,5 миллиона рублей из городского бюджета. Ко всей кухонной технике здесь теперь относятся с особой осторожностью. Школьники изменениями остались довольны. Стало намного красивее и комфортнее. Столовая стала намного больше казаться, почему-то светлее. Тут очень приятные цвета подобрали для ремонта. Она стала намного больше, всем нравится. Оценил Владимир Шарыпов и качество школьных блюд. В меню дня – макароны с котлетой и кабачковой икрой. За завтраком мэр узнал мнение учеников о питании и поинтересовался школьными проблемами. В ближайших планах у нас стоит замена мебели, сделаем ее яркой, потому что, когда я зашел, увидел серый пол, серые стены, говорю, ну, не хватает каких-то ярких пятен. Хотя руководство школы, управление образования, вот мы видим несколько панно висит, уже постарались сделать так, чтобы детям было веселее здесь находиться. Обеспечить школьную столовую новой мебелью постараются уже в этом году, с оговоркой «если позволит бюджет». Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.